Меня зовут Сергей Епишев, я актер. Я хочу поддержать фильм Александра Ханта «Межсезонье» и рассказать свою историю из подросткового возраста. Ярких столкновений со взрослым миром случилось лет в 13, когда в метро ко мне неожиданно подошел какой-то человек, начал мне льстить, начал говорить о том, что у меня вид интеллектуала, вид романтика, вы, видимо, пишете стихи, сказал он мне. И вот за вот этими разговорами вдруг, я даже не помню, в какой форме это случилось, прозвучало предложение, которое повергло меня просто в шок. Ну, он предлагал мне интимные отношения, и к этому я был совершенно не готов. Я помню, что у меня было ощущение человека, облитого помоями с ног до головы. У меня был такой ступор, я даже не мог ничего ему толком ответить. Было ощущение мерзкой, ужасной мерзкой грязи. И вот это состояние шока у меня длилось несколько часов. Ну, я рассказал об этом маме, а мама сказала: «Все потому, что ты не занимаешься спортом, поэтому у тебя такой вид, что к тебе могут приставать». Вот это ощущение какого-то адского липкого кошмара, оно до сих пор со мной. Мне кажется, что в жизни человека есть два самых страшных возраста. Это старость и это подростковый возраст. В подростковом возрасте в своем теле появляется чужой. И этот чужой начинает тобой управлять. Ты начинаешь разговаривать очень странным голосом, у тебя появляется какой-то странный лексикон, ты совершаешь совершенно непонятно откуда взявшиеся поступки. И, конечно, очень тяжело пережить это самому человеку, с которым это происходит, и близким вокруг, потому что это какая-то неуправляемая энергия, которая очень требует большого, наверное, терпения, понимания и обдуманности. Интересно увидеть фильм о межсезонье, который рассказывает как раз о подростках, об этой энергии, которая рождается и к чему она приводит в итоге. Потому что кино же, оно отчасти учит нас чему-то. Любая сумма для проекта нужна, любая важна.